Привет! Сегодня будет дегустация вкусняшек. И здесь у меня коробочка с зефиром. Зефирчиком. Шоколадные чипсики. Надеюсь, получится ими похрустеть. И две шоколадки. И все это я купила первый раз. До этого не пробовала. Буду пробовать сейчас. По чуть-чуть. И начать я хочу вот с этих шоколадных чипсиков. Коробочка с шоколадными чипсами. Чоко. Чипс. Чипс, чипс, чипс. Молочный шоколад с воздушным рисом и апельсином. То есть это не просто шоколадные чипсики, а со вкусом апельсина. Такие вот чипсики. Фирма Dolce Albero. Так, так, так. Ну вот, написан состав. Сахар, молоко сухое, какао-масло, какао-тертое, ароматизаторы ваниль и апельсин, эмульгатор, хрустящий рис. Так, ну и тут состав этого хрустящего риса. Так, 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 так. Изготовитель Бельгия. Скорее надо открывать. Тут написано открывать. Внутри находится пакет, очень шуршащий. Ну, кстати, это они хорошо придумали написать, где верх, чтобы при открывании все это не высыпать. И внутри находится такой интересный лоточек пластиковый с двумя отделениями. И в каждом из них чипсики. Чипсики, чипсики, чипсики. Ну, мне, конечно, интересно, сколько штук. Мне всегда интересно, сколько штук. Так что мы посчитаем. Так, там одна чипсинка. Так. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Ну, тут, наверное, тоже 11. 22 чипсинки. Вот с этой стороны такая немножко кривлёная. А на этой стороне видно кусочки этого воздушного риса. Пахнет
Ну, а как пахнет шоколад с апельсином? Чипсики хрустят немножко не так, как я ожидала. Вот, но в них хрустит воздушный рис. Пока что мне нравится, но я хочу попробовать еще одну, чтобы составить уже свое мнение. Что-то мне напоминает, не могу понять, что. Возможно, какую-то шоколадную конфету. Какую-то шоколадную конфету с апельсиновой начинкой. Вообще довольно вкусно. Приятный апельсиновый привкус. И вот эти кусочки риса, они мелкие, и это хорошо. Мне нравится, что здесь они такие прям меленькие. Приятно жевать. И приятный шоколадный вкус. Да, вкусненько. Очень даже приятно. Только как-то их тут мало. Сколько там грамм? Так, сколько грамм, 80 грамм. Ну да, это даже меньше обычной шоколадки. Чипсики хорошие. Я думаю, дальше будет логично попробовать вот эту шоколадку, потому что она тоже с апельсином. Это молочная шоколадка. Я вообще предпочитаю молочный. Горький шоколад я очень уважаю, но не люблю, к сожалению. И она с апельсином. Тут такой вот большой апельсинчик нарисован. И вот он как будто в пузыриках. Но это же не воздушный шоколад. Молочный шоколад, приправленный настоящим апельсиновым маслом. Terry's Chocolate. И он, видимо, как-то так интересно выглядит. Непонятно, это то ли дольки такие, то ли что. Или две такие палочки. Интересная шоколадка, я раньше ее не встречала. Весит она 90 грамм. Я такой не одобряю. Считаю, что нужно все-таки шоколадкам весить 100 грамм. Да. Так, где же она сделана? Изготовитель Карамбар и Ко. Франция. Угу. Состав: сахар, какао-масса, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, растительные жиры, пальмовое масло и масло ши, молочный жир, эмульгаторы, апельсиновое масло и ароматизатор. И крупными буквами здесь написано, что содержит растительные жиры в дополнение к какао-маслу. Вот.
Такая вот интересная шоколадка. Открывается она. Видно, что это все-таки не дольки, не палочки, а цельная шоколадка. Просто такой вот очень интересной формы. И немножко она у меня тут потаяла, пока я ее держала. Еще и в комнате тепло. Но ничего. Попробовать-то можно. Так она выглядит. Такие дольки апельсина. На первой дольке написано Террис. И дальше просто апельсиновые дольки. Ну, скорее буду пробовать, пока она совсем тут не потаяла. Вкус шоколадки очень схож со вкусом вот этих чипсиков, только нету воздушного риса. Так вкус прям очень похож. Довольно вкусная. Ну и может быть здесь поменьше привкуса апельсина. Чуть-чуть. Ну, шоколадка вкусная и очень красивая. Только жалко, что она у меня потаяла. Я сейчас вот эту шоколадку положу в холод и открою зефирчик. В целом, ничего сверхъестественного в этой шоколадке нет. Ничего особенного. Ну так, на разок попробовать интересно. Так. Зефирчик. Это зефир от фабрики Нева. Нева. Называется Дони Зефирони. Такое название надо, конечно, обвести. Зефирони. От всего сердца. Красивая коробочка, тут цветущие веточки, окошечко, в котором видно несколько зефирок. И, я так понимаю, это ассорти. Тут разные вкусы. Я очень люблю коробочки ассорти. Мне нравится, когда понемножку разного лежит. Итак, зефир ароматизированный Дони Зефирони. Здесь зефир с ароматом абрикоса, с ароматом дыни, с ароматом клубники и с ароматом киви. И состав здесь у всего зефира практически одинаковый. Это сахар, патока, пюре яблочное, вода питьевая, белок яичный, пектин, кислота молочная, лактат натрия и консервант.
Ну и добавлены разные ароматизаторы. Абрикос, дыня, клубничка и киви. Я вообще не особый фанат зефира. Я не знаю, какой у него должен быть состав. Нормально ли это, что он ароматизированный? Ну, попробуем. Масса 210 грамм. Изготовитель Санкт-Петербург. Ну, это понятно. Кондитерская фабрика Нева. Так. Ну, вроде тут больше ничего интересного нет. Будем открывать. Вкуса у зефира 4, а штучек 6. Я почему-то думала, будет 8 штучек. Так. Ну и эту обложечку я тоже сейчас уберу. Запах-то какой сразу. Как от жвачек. Такой прям ароматизированный. Я вижу две оранжевеньких зефирки, две розовеньких, одну бледно-желтую и одну зеленую. Понюхала. Да, довольно насыщенные ароматы. Не знаю, за что хвататься. Какую бы первую-то попробовать. Это, наверное, абрикос, это клубника, это дыня и киви. Вот мне очень хочется дыню попробовать. Зефир со вкусом дыни никогда не ела. Ой, немножко он тут слипся. Очень извиняюсь за такое. Слышно что-нибудь? Хотела я его разделить на две части, но боюсь, это будет извращение какое-то. Ладно, я буду так откусывать. Ну, неплохо. Такой прям насыщенный ароматизатор дыни. Но вкусно. Вкусно, нежно, воздушно. Мне нравится. Мне, конечно, не очень нравится, что это, ну, ароматизатор, но это очень вкусно. Никогда особо не любила зефир. Ну, вот этот классный. Так, клубничку я пробовать, наверное, не буду. Я ее просто понюхаю. Ну, клубникой пахнет. Так, попробую. Абрикосик.
но абрикос вроде не такой насыщенный, как дыня. Да, как-то после дыни абрикос даже особо и не чувствуется. Дыня все перебила. Ну тогда попробую все-таки клубничку тоже. Ну, клубника явно чувствуется. Я просто не очень люблю клубничный ароматизатор. Я люблю свежую клубнику, а именно вот эти клубничные добавки почему-то не очень. Зефир очень сладкий. От него прям все слипается. Но вкусный. Я думаю, с чаем это просто класс. Киви. Ну вот киви я бы не узнала. Ну, тоже довольно вкусно и очень-очень сладко. Без чая такое лучше не есть. Ну и пойду принесу последнюю шоколадку. Я, если что, не съела все 4 зефирки целиком. Я их просто по кусочку откусила и отложила. Вот такая шоколадка. Называется Хит Парад. Молочный шоколад с вафлей. С вафелькой. И тут изображена, как я понимаю, пластинка от проигрывателя. Не знаю, почему она так называется. Хит-парад. Большая шоколадка. Весит она 190 грамм. Ну, тоже на самом деле могла бы весить и 200. Производитель. Кондитерская фабрика «Волшебница». Московская область. Люберецкий район, Малаховка. Вот, то есть это российская шоколадка. Состав. Сахар, масло какао, какао тертое, вафельная крошка. Рисовые шарики тут еще есть. Сыворотка молочная сухая, молоко цельное сухое, жир молочный, эмульгаторы. Е476 какой-то и ароматизатор. Вот, ну, такой состав. Не самый плохой, но и не идеальный. Выглядит довольно просто. Обычные такие квадратики. Сколько тут? 30 квадратиков. Простенько и со вкусом.
Довольно вкусно. Но что-то я не вижу тут прям каких-то кусочков вафли. Они, похоже, очень маленькие. Вообще я люблю шоколад и с вафлями, и с печеньем. Но мне нравится, когда там такие более-менее ощутимые кусочки. Ну, довольно вкусно, но не очень впечатляет. Прям какого-то насыщенного шоколадного вкуса нет. И вафли эти, непонятно где они. На обложке были такие прям кусочки нарисованы. Но я чувствую скорее просто воздушный рис. Ну, такая сегодня дегустация. Что бы я могла из этого посоветовать? Ну, может, вот эти чипсики, если нравится шоколад с привкусом апельсина. Они довольно приятные. Угу. Ну, и так выглядят празднично. Такие можно подарить. Вот так выглядит коробочка. Продаются они в ленте. Ну и вот этот зефир могу посоветовать тем, кто любит что-то прям очень сладкое и ароматизированное. Да, с чаечком. Ну, а шоколадки, ничего особенного, обычные шоколадки. Вот, их советовать не буду. Ну все, спасибо большое за просмотр. И до новых встреч в следующих видео.